Оружие возмездия. Песня старая. После Сталинграда Гитлер чуть ли не через каждую неделю кричит о каких-то их лучах, о ракетах, о сверхбомбе. Дело привычное. Но взгляни-ка на карту. Вот у нас Карпаты. Туго мы здесь засели. Оборона у немцев превосходная. Только по данным разведки, противник на этом участке не к обороне, а к наступлению готовится. Это же безумие. Здесь у нас двукратное превосходство. Да. А вот наступление готовится крупное. Все резервы стянуты. С запада войска перебрасываются. Прямо как на последний бой. А что же из этого следует, Валентин Васильевич? А вот на что мы с тобой делали ставку, когда раскрылись со штабной игрой? На то, что Абвер захочет убить кого-то из наших крупных маршалов. И оттого все это шпионское кубло зашевелится. А зашевелилась-то вся военная машина. А от чего? Они рассчитывают на какое-то чудо. Именно чудо. Убить одного-двух военачальников на этом этапе войны ничего не изменит. И Берлин это прекрасно понимает. А вот если представить, что в одночасье выбивается вся военная верхушка, хаос, сумятица, несколько фронтов лишается голов. И тогда наступление противника обречено на успех, на огромный успех. А если еще всплывет наш чемоданчик и коалиция ухнет, сам понимаешь. Ну а с другой стороны, что может одна диверсионная группа, даже большая? Подорвать машину, забросать гранатами палатку, пустить под откос поезд. Здесь охраны будет по солдату на квадратный метр. Вот, в самый корень смотришь. Значит, у немцев есть что-то. Оружие возмездия. Ты помнишь, я тебе пленку крутил? Глаз Божий. Да, и немчура этот из лагеря тоже про какой-то глаз Божий говорил. Есть у них что-то есть. И это здесь, в Виннице. Мы договорились с тобой? Два. Нет, товарищ капитан, только три. Я тебе говорю два. Только три. Два я тебе говорю. Какие три? Езжай отсюда. Есть. Три ему, слышишь? Три. Вот работа. Три. Здравствуйте, здравствуйте. Сержант. Я. Че, заняться нечем? Есть. Иди к машинам, давай. Есть. Ну, здравствуйте, сестрички. Здрасте, здрасте. Че, как работа? Пыльная, а? Мокрая. Шутница. А че это вы к нам не заходите? Ну вот, зашел. И на лекции вас не было. Что, гулям? А? Опять моих девочек пасешь? Галина Сергеевна, ну, это не я их пасу. Это они меня пасут. Гулям, гулям. Чему Господь Бог раздает красоту, в первую очередь, коптерщикам? А нам, бедным докторам, остаются только одни носы. Шутить изволите, товарищ майор медицинской службы. Здравствуйте. Товарищ фельдшер. Здравствуйте. Здравствуйте. А где у вас тут подвал? А, вон там. Ага. Товарищ капитан, возьмите фонарик. Там не везде свет. Ага, спасибо. На здоровье. Так.
Остави, Коля! Есть, товарищ майор. Посмотрю, что там у Макарыча. Так. Ты что там прячешь, Макарыч? Да ничего, Иван Гордеевич, ничего. Ты только знаешь, давай без этого. Без того. Покажи. Если ты честный советский человек. И что это у тебя? Вникайте. Так. О, это что это? Это никак? Джоули всякие, знаешь? Да. Омы? Это на больших стройках приходилось бывать. Работа квалифицированная. Знаний требует. Ну и? Да видишь ли, Иван Гордеевич, если энергия куда-то утекает, как из ушата дырявого. А. Почему? Ну, турбина. Турбина. Ага. Она должна давать столько-то. Так. А дает изя. А дает столько. Почему? Так и... Вот и я и считаю. Ну, считай, считай. Крайне подозрительный ты старик, Макарыч. Коля, заводи! Есть. Куда она исчезает? Что ты? Ну, куда она может исчезнуть? Крайне подозрительная личность. Но учти, через день я опять здесь. Так что мотай на ус. Усов нету. Теперь на склад. Понял. На что мотать-то? Галина Сергеевна. Галина Сергеевна. Чего? Там какой-то капитан в подвале крутится. Чего ему надо? Я не знаю. Федя, подожди меня. Надо разобраться. Ну? Я поставлю чай вот здесь. Ты смотри, никому не давай. Угу. Ладно, ладно. Корреспондент. Репортаж хочет делать про подвалы. Что-то вроде этого. А Думанского куда завезли? Туда? Вы из СМЕРШа? А что у меня написано это на лице? Да нет. Просто мне доводилось встречаться с людьми из вашей организации. Вас же интересует смерть Думанского. Да. Это была моя бутылка. Когда Думанского привезли, я думала, он отравился моей водкой. Но это не так. Он отравился чем-то другим. Там было много свинца. И что может сделать свинец? Свинца он наглотался или паров. Но... У него полностью разрушилась печень. И язык у него был зеленый. Запах от него шел купоросный. Купоросный. Опять химия.
Не боитесь покойников? Ну, как вам сказать? Тогда пошли. Вот, пожалуйста. Мы сначала хотели тут лабораторию строить. Ну, знаете ли, сестры боятся сюда ходить. Mm-hmm. Говорят, тут людей видят. Живых людей. Людей? Да, живых людей, говорят. Да, странно. Не знаю, я никого не вижу. Только мертвецов. Им здесь прекрасно. Не гниют долго. Чувствуете запах? Угу. Тут тоже купоросиком воняет. Всегда воняло. Да нет, купороса я не чувствую, а вот только это. Да бросьте. Вы еще не знаете, что такое запах гниющих тел. Это еще фиалки. А это почему так? Провода торчат. Немцы уходили, все пораскурочили. А что не починили? А мертвым все равно. Электричества у нас и так мало, на госпиталь не хватает. А генератор питаемся. Тут что? А мертвым свет зачем? Вот починят станцию, тогда все будет. И свет, и вентиляция. Но я все-таки за лабораторию. Свинец. Да, свинец. А Пенько говорит, что пленного держали тут 2 месяца. Так что же можно делать с человеком в свинцовой комнате 2 месяца, Галина Сергеевна? Ну, смотря какой человек. А вот это что за выключатель? Понятия не имею. Так. О! Опять на станции турбину запускают. Скорее бы уж. Но генераторы уже совсем ни к черту не годятся. Откройте дверь! Слушай, Гмыря, ну чё мы все ползаем, а? Фу, чё ползаем? А чё ты предлагаешь? Может, рванем? Куда? Ну, сейчас в Карпаты можно, к Бандерам. Там горы, никто не найдет. Можно, конечно. Во. А то сидим здесь, как кроты. Во, еще этих жаб слушаем. Во-во. Ну что, фашист? А? Пошли, что ли? Куды? Куды и куды? Ну, куды кину гору? А что, вам больше знать ничего не интересно? А я еще много чего рассказать могу. Да и хорошо у вас тут. Каша. Ладно, давай, давай, потопали. Там тебе все будет. И щи, и каша. Печук забирай. Есть. Ну-ка, встать. А? Ну, вперед. Давай, иди, иди. Иду я. Иду. Ну, ну, шевели ногами-то. Давай, давай, в машину. Ну что, довезешь? Не упустишь? Не их проблема. Товарищ майор! С Богом. Это что же это получается? Вы куда это арестованного забираете, а? Сюда. Не мы забираем. Сюда, округ забираешь. Ага. Кто-то из местных доброхотов позвонил в штаб фронта похвастаться. Уж не ты или? Я? А кто? Кто мог первым доложить о полицае? Выслужиться? Иван Гордеевич, вы это знаете? Давайте, давайте мне здесь хотя бы. Ну, значит, дружок твой этот, корреспондентишка. Нет, этот не мог. Значит так, на аэродроме сейчас отгрохали новую губу.
этого отправляем туда, посидит там, а потом с Акази или, не знаю, там, с первым самолетом на Киев или на Москву. Да что ж у нас теперь всякую шваль на самолетах переправляют, да? Кулю, да открой глаза! Ты посмотри, что вокруг творится! Большое начальство приезжает, а оно, сука, что? Полный! Иван Гордеевич... Ты ж после того, как ты из своего изолятора двух диверсантов упустил... Товарищ майор! Никакого, никакого доверия нет! Значит так, сейчас садишься сюда и везешь его до аэродрома. Товарищ под майор! Личную ответственность. Да вы что? Все, все, и без возражений. Так что, заводить машину? Заводи! Понятно. А что, побыстрее нельзя? Ну, нельзя, нельзя, товарищ майор. Замок электрический. Работа немецкая. Они ж гады, все делают на совесть. Он уже не стучится. Задохнулся, наверное. Ну, потерпите немножечко, Галина Сергеевна. Чуть-чуть потерпите. Сейчас. Это ж надо же. Такой ответственный работник. И целый час спокойненько. Меня же расстреляют. Повесят. Сгноят в Сибири. И правильно сделают. Почему он молчит, а? Ну, ну, крикните ему чего-нибудь. Успокойте. Ну, что же ему крикнуть, когда там звукоизоляция? Ничего не слышно. Там темно, сыро, как в гробу. Так, это сюда. Как у Гоголя. Ты читал? Правее. Нет, не читал. Боже мой, хорошо, если бы он не читал. Прошу. Капитан Сирота. Товарищ капитан, вы живы? Живой, живой. Все в порядке. А что это было? Механизм какой-то. Заклинило. Знаете ли, такой немецкий хитрый замок электрический, как в банке. Галина Сергеевна, побрызгаться есть что-нибудь? А то, боюсь, запах впитался. Я думаю, что вам сейчас никакой одеколон не поможет. Только хлорка. Понятно. Железный человек, уважаю. Скажите, а у Думанского в кармане был конверт? Нет, только ключи от кабинета. Понятно. Но ключи ему больше не понадобятся. Ну что, куда? Туда? Давай сюда. Здесь ляжем. А почему здесь? Жабы сказали. Дорога хорошо просматривается. Опять эти жабы. Ну что? Удобно тебе? Нормально. А теперь ждем. Купорос. Так. Вот они были.
и ушли. А куда? Так, 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 так. Посмотрим. Смотрим. Здесь пусто. Так. А вот это вот у нас портвишок. А это что такое? А это... Это какая-то прорезиненная, что ли, штуковина. Фу! Это вы! Что случилось, рядовой? А я думал, покойник, что ли, ходит? Покойники не ходят. Ночью ходил. Я поднимался, а печать на дверях была целая. Вот так вот. Интересно. Вот вы вчера интересовались, все ли тут на столе. Так и было. Так вот здесь вот стояла банка из-под тушенки, странная. А чем странная? Ну, видимо, когда он ее ножом ковырнул, то в ней не было ни мяса, ни сала, ни жира. Пустая. То есть совсем пустая? То есть совсем пустая, будто кошка языком все там вылизала. А, вот это, кстати, интересно. Это очень интересно. Интересно, что это ты не на посту? Кто? Я, что ли? Ха, так кого ж мне охранять? Камера-то пустая. Как это? А полицай где? Да полицай давно уже тю-тю. Его на аэродром отвезли в их изолятор. Как отвезли? Да ты что, Рукавишников его вот так и отпустил? Так это, говорят, приказ из округа. Да из какого округа? Ё-моё! Да вы что? Ой, ёлки! Что случилось? Какой дорогой да они поехали? На Каторжанку. Тут другой дороги нет. Это прямо и направо. Я подожду, садитесь. Надо. Надо. Да, садитесь. Надо. Надо. Вот так вот. Слушай, а Пенько? А? Что? А как у немца с харчами было? А, с харчами-то хорошо было. Это же у нас кухня-то своя была. Во, а немец он тоже пожрать не дурак. Ну, ой, не дурак. Да. И что я тебе хочу сказать? У них-то еда была, ну, не очень, прям скажем. Колбаса какая-то не колбаса, а ватная. А каша вообще невкусная. А чё? А водка? А водка? Да это шнапс это. Ну, водка слабенькая была, но башку-то дури много давала. Ха, слушай, а вот у нас-то кухня хорошо работала. Ежели борщ, так... Ложку сметаны большую, там, мясо кусок. А если что, когда там кашу, ну, картошку, так тоже с мясом. Потому что худыми-то мы не ходили, там не ходили. А немец-то он же борщ не хавал, во, а все говорил. Швайны, швайны. Вот они. Ну, мол, что мы как свиньи едим. А мы смеялись над этим. А вот. А он их дает, суп а? Вообще жрать красный. Нельзя. О, как! А все-таки фугас надежней. Надежнее всего вот это. Чик по горлышку и забулькало. Тихо и на 100%. Раз же бы сказали представить все несчастным случаем. Будем делать. А потом будем думать, что и как. Едут. Едут. Это они. Возьми поправку на ветер. Нет ветра. Бей вправо баллон, его сразу потянет. Под откос. Погоди. Стой! Стой, говорю! Стоять! Стой, подожди. Рукавишников! Ой, стой! Останови машину! Стой! Так, приехали. Наконец. Поворачивай назад. Товарищ капитан, майор Черепахин приказал доставить. Капитан Сирота, СМЕРШ. Понял. Капитана бери. Бери капитана. Да сам знаю. Давай, стреляй же, ну!
Ну что, кажись, снайпера. Может быть, двое, может и больше. Я не знаю. Но автомат и винтовка, как минимум. Пуля! Рот закрой! Канон патрон! Есть, товарищ мир! Понял, да? Ну что делать-то будем, а? Постреляют же, как курей, мы с этим вот. Что делать, говорю, будем? Сделаем так. Значит, двое прикрывают отсюда. Ну? А мы с тобой их обойдем. Ты вдоль оврага по балке слева. Ага. А я здесь. А? Ага. Ну я пошел. Коля, ща бойца к тебе пришлю. Пошмаляйте по кустам, понял? Давай. Рядовой, пошмаляйте с Колей по кустам. Давай, пошли. Отход прикрываете. Давай смело, по моей команде. Хорошо. Готов? Готов. Огонь! Ты что, раненый? Тихо, не ори. Живой я, живой. А где эти? Эти ушли. Гадюки. Уползли. Слушай, а кто это был-то хоть? Да наш синий. Вон, смотри. А ты точно знаешь, что это они? Папиросы немецкие, а залом зэковский. Ну? Курева у них много было. А папиросы либо тут нашли, либо им дал кто-то. А значит, состоялся у них контакт. Посмотри. Ладно, пошли. Афоня! Афонь! Афоня. Кому Афоня? А кому Василь Васильевич? Да не кабенься. Где Гулям? Кому Гулям, а кому капитан Гулямов? Это тебе он капитан. А по мне Гулям и есть. Дело у меня к нему. Че это за дело у сопливых к военному человеку? А ну, вали отсюда. Сейчас пальну, ничего мне за это не будет. Ага, пальни. Гулям тебе голову снесет. Да ладно, он на складе сахара выдает. Так бы сразу и сказал. А то крутит, крутит. Тоже мне. Афоня. Ага. Забирай. Товарищ лейтенант, так, куда ты нести? Куда, куда? В машину. Дим. А? Спасибо. Да ладно, какие дела? Как договаривались. Ага, заезжай. Слышь, Гулям. Гулям. М? Сюда. Вон дело есть. Тебе чего? Сюда иди. Говорю.
Он дело есть. Сдрысни отсюда. Дело у него. Ну и сдрысну. Тогда дуля с маком тебе достанется, а не шелк. Так. Ну-ну. Показывай, что там у тебя. Хреновый у тебя шелк. Немецкий. Да ладно, немецкий. Я толк знаю. Немецкий. Немецкий, говоришь? Да. Фильм «Вратарь» видел? Ну. Помнишь? Оп, 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 оп. Отдай! Чё ты орёшь? Отдай! Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Разорался. Ну, ворюга. Разорался. Чё ты орёшь? Я тебя живо в комендатуру сдам с этим шелком немецким. Ага. А я и в комендатуре рот на замок. Чё? А тебе мне тоже есть что пора сказать. Чё ты расскажешь, щенок? Чё ты расскажешь? Про сахар расскажу. Что? Ты его мешками пуляешь, самогончиком. Ты? Про брезент расскажу. Ты молчи, молчи. Язык придержи, а то живо отрежу. Ага. Ты это, не пугай, пуганый. Будешь шелк брать или нет? Ну и сколько у тебя там его? Квадратов 10. Товар хороший. Хороший. А чё хочешь? Сахар 10 кило, тушенки 6 банок, соли 3 кило, сардин 4 банки, махры 10, нет, 20 пачек. 20? 20. Не лопнешь? Хм. Я еще деньгами хочу 100 рублей. Ух ты, змей, а? Не хуже, пойду в Немировский гарнизон, у меня там концы, там в 1,5 раза больше 100 рублей. Слушай, ты часом не из евреев будешь, а? Да хуже из евреев, хуже бери. Не хочешь, мне миров потопаю? Ух ты, змей, а! Да успеешь ты, замуж! А чё вы там? Здорово! Давайте, давайте! Духовишник! Ты что, очертенел, что ли? А? Ты что, охренел? У тебя что, понимаешь, от жары? Мозги расплавились! Ха, не понял. Так, лейтенант, арестуйте майора Рукавишникова и засадите в изолятор. Товарищ майор, сдайте оружие. Ну, о, сами понимаете. Товарищ капитан, товарищ корреспондент окружной газеты. Где ваш этот фотографический аппарат? Ну-ка, снимите своего дружка-приятеля без кобуры и портупеи. И в газете про него напечатайте, про этого раздолбая и самоуправца. Товарищ майор. Ух ты! Что? Я сейчас немедленно... Что? Что? Немедленно отмените приказ об аресте майора Рукавишникова. Да вы... Ты... Капитан Сирота СМЕРШ. Как вы сказали? А. Понимаю. Угу. И отменяю. Вот хорошо. Вы уж извините. Угу. Товарищ майор. Да? Мне нужен капитан Гулямов. Где он сейчас? Гулямов. Да. Гулямов, Гулямов, Гулямов. А я ему только что врезал по первое число. Угу. Думаю, что где-то у гаражей трется. Угу. Моя помощь нужна? Нет. Понимаю. Слушай, крохобор, я тебе последний раз говорю. 15 и все. Понял? 20. Ну какие 20? 15. 15. 15. 20. Чем торгуем? Куда? Куда? Стой! Товарищ капитан, а... Стой! Я даже не знаю... Вот, пожалуйста. Вражеского лазутчика поймал. Ну, ты куда побежал? Спасибо, лейтенант. А-га. Капитан, я даже не знаю. Малец забежал, на стол положил мешок. А что там такое, кстати, а? Разберемся. Ух ты! Ты даешь. Так, что за шум? Гулямов? А? Почему у тебя посторонний на складе? Немецкого парашютиста поймали. Смотри-ка, действительно немецкий. Во. Товарищ капитан, как начальник комендатуры, я просто обязан допросить этого мальца. Товарищ майор. Да, да. Мальчик поступает в распоряжение СМЕРШа. Да. А у меня к вам просьба реквизировать так, вот это. Понимаю. Ага. Понимаю. А ну-ка пойдем поговорим. Пойдем. Ну и чего ты деранул? Ничего не деранул. Рассказывай. А что рассказывать-то? Действительно немецкий.
Вот скажи мне, Шура, у тебя когда-нибудь была комбинация или платье из парашютного шелка? Я захожу, а она вот так вот перед зеркалом. Голая. Голая. Ой. Крутится вот так вот. И хоть бы постеснялась и отвернулась, все-таки я мужчина. А она задом вертит и говорит, мы, говорит, сиреньки. Диверсанта в лесу нашли. Да. И карта у него подробнейшая, со всеми значками и обозначениями. И портфель документами набитый. Портфель? Я говорю, Зина, я говорю, откуда у диверсанта портфель в лесу? Он что, в министерстве работает, что ли? Болтливый старик. Ну, давай, колись, красавец. Чего говорить-то? Про портфель с документами. Не было никакого портфеля. А карта? Была карта. Так, где она? Там оставил, с мертвяком этим. Ну, а чё, что я в комендатуру сразу не принес? А вы меня тогда крутить начали. Раз мертвяк есть, карта есть, то и парашют должен быть. Отобрали бы. Ты смотри, сообразительный. Тоже мне загадка большая. Ну а скажи, этот мертвяк где? 7-8 километров. Ну ты, конечно, никому не говори. Дурачок я, что ли? Правильно. Проведешь? На ночь глядя? Да ты понимаешь, нас про эту карту уже все слышали. Кстати, что это за карта? Я точно в них не разбираюсь, но вроде нашей местности. Каторжанка там была, Винница, потом окраины и значки какие-то от руки написаны. Ну-ка, дай руку. Ты смотри, сильный. Нужна нам эта карта, Серега. Кровь из носу. Понимаешь? Красота. Слушай, ну, что он тебе говорил? Ой, да ну глупости всякие. Ну что за глупости? Ну, будто бы я на цветочек похожая. Действительно, глупость какая. Ну ладно, а еще что? Что такие девушки, как я, должны кушать только шоколад. Да, ничего. В 9 вечера обещал встретиться, конфеты принести. Ну, еще. Ну? Ну? Ну, Ли. Ну, ладно, вставай. Значит так, только сразу ему не давайся. Понятно? То есть пусть сначала там цветы, конфеты, приятные слова говорит. Ну, а потом уже, ну. Так ты знаешь что? Ты обо всем мне рассказывай, и обо всем у меня спрашивай. Поняла? Вот так вот. Ну, не знаю, Лиска. Не знаю. Уж я-то ради любимого на край света готова. С твоим-то Гулямовым и я хоть на край света. Да. Ну, так и не ревнуй. Он ведь даже на меня и глянуть не глянет. Я уж ему и так, и эдак глазки строила, а? Жизнь моя распроклятая. Как бы могла хоть рассказать кому? Ну, Лис, ну брось ты, а? Ну. Зинаида! Зинаида! Ты в тюрьме никогда не сидела? Ты чё, папаш? Серёньку твоего заарестовали. Как заарестовали? Змей он, Серёнька твой. И шпион. Да что ж вы такое говорите, а? Ядовитый вы старик, куда его хоть повезли-то? Уж не догонишь. Папаш, ты чё плетёшь-то?
Да это тебе наука, Дотя. Выгружайся! Так, внимание, бойцы! Всем приготовиться к построению! Давай, смотри, внимание, да? В лесу лучше не шуметь, он этого не любит. Я знаю, но надо как-то... А не надо. Ободрить бойцов, поселить в них... потихоньку. Угу. Понимаю. Цепью. Ну, при чем тут цепь? Мы же все-таки не прочесываем лес, правильно? Да. А идем к цели. Да. Все. А может быть... Иван Гордеевич, сейчас послушайте меня, пожалуйста. Значит... Так. Сейчас возьмете группу бойцов. Так. Это будет разведка, человек 6. Пойдет опытный офицер, рукавишник. А вы с младшим лейтенантом Кривули будете прикрывать тыл. Тоже возьмете группу бойцов. По 5 человек на фланге, я буду идти в центре. Понял. И запомните, что самое важное во всей нашей операции это не вы, не я, а вот этот пацан. Этот? Угу. Так что беречь его, как зеницу ока. Понял. Можно идти? Давайте. Так, внимание! Вся сторона эта левая. Бойцы перешли на правую сторону. Так, товарищи офицеры, слушайте подвою. Сейчас разбиваемся по 5 человек. По 5 человек. А правую руку остановись. Че тянешься, летяга? Смотри, пузо-то не казенное. Надорвешь. Не беспокойся, не надорву. Подровняли? Слушай, а че этот... СМЕРШ от тебя хотел. А что, он от меня что-то хотел? Ну да. Он же за тобой сюда и приехал, а тут это заваруха. А. Тобой он живо интересовался. Черт. Вот зараза, еще с этим парашютом влип. Да глубже ты влип, Гулямов. По самые, так сказать, уши. Ну, знаете. Здрасте. Товарищ капитан, где это вы так учились тихо ходить? Да, учился. Лейтенант, оставь нас Понял. Ненадолго. Ты только разу забери. Да, да. О. Ну? Ну? Ну, рассказывай. А что рассказывать-то? Что случилось? Чем это я перед органами завинил? Че, портянками пошел или что? Думанский твоей водкой траванулся. А, товарищ капитан, это поклёб. Угу. Ну, в общем, трибуналом дело пахнет. Это ж тебе не афера с ситцем. Тут и к стенке можно пойти, потому как саботаж, во-первых, вредительство, во-вторых. Товарищ капитан, я это... Я здесь ни при чем. Слово офицера, я... Слушай, душа ты тряпочная. Ты только со мной не спорь, ладно? Я же знаю, что говорю. Быстро рассказывай, где водку взял, при каких обстоятельствах. Но? Ну, это как его, я... Короче, дело вечером было. Вот, и недели полторы назад. Так. Я тогда от Райки как раз возвращался. Ну, вы понимаете, да? Короче, дело было так. Сижу я у себя на складе. Накладные проверяю. Все как всегда. И вдруг появляются трое. В резиновых плащах. Маски. Лиц не видать. С автоматами. А что я против автоматов сделаю? И один по-русски, но с немецким акцентом, мне говорит: у тебя аккумуляторы есть? Я говорю: какие аккумуляторы? Они говорят: ну, такие, чтобы покрупнее, для студебекеров. Я говорю: нет. У меня на складах таких нет. А вот у вояк есть, но они же водку за валюту принимают. А эти меня опять спрашивают: ты достать сможешь? Я говорю: да, если мне водку дадут. Они берут и водку прямо мне на стол и выволакивают. А я как посмотрел, бутылки-то какие-то странные. От них тина несет. И мокрые. Мокрые? Мокрые, да, мокрые, мокрые. Дальше. А,
А что дальше? Нет, ничего дальше. Все. Ушли. Сказали, что зайдут. Зашли? Зашли, да. Зашли. Я тогда на складе не один был, но, короче, с девушкой, Раей, связисткой. Вот. И у меня только один аккумулятор оказался. Они мне сказали, что дают 2 дня. Если не найду, то пожалею. Ну, короче, я с вояками договорился за 2 ящика водки. Водку Захару сплавил. Ну, а дальше вы уже все знаете. Значит так, Гулямов, слушай меня внимательно. О нашем разговоре никому? Конечно. Молчишь, как рыба об лед. Понял? Да, 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 да. Когда они обещали зайти? Завтра вечером. Товарищ капитан, а мне какое снисхождение будет? Давай, иди, иди. Иду, вперед. Понял. Снисхождение ему. Иди, иди. Вам все понятно? Ага. И не трясись. Я, давай, давай. Задача понятна. Ну, пойдем. Гулям, помоги, а. Пойдем. Да пошел ты! Не до тебя. Гадюка, а. Можно начинать? Да. Так, товарищи офицеры, давай, все свою задачу знают. Все, да все вперед. И в лесу не орать. Давайте идем аккуратно. Не орать. Не хрустеть. Смотрим себе под ноги. Наступаем. Так, двое остаются у машины. Ясно. Здесь. Чего? Вперед, вперед, вперед. Так, ну давай, давай, давай. Давай, старый тетерь. А ты чё народу сюда нагнал? Пол гарнизона. Как на войну. А мы с тобой на войну и идем. Или ты что думаешь, кто такие диверсанты? Это особые солдаты. Каждая десятка стоит. Долго тренируются, людей убивают. А лесом вообще дом родной. Так что, чем нас больше, тем труднее им до нас с тобой добраться. Ценные мы с тобой люди. То, что в головах наших, дорого стоит. Осознал? Осознал. Вот так вот. Слыхал? Чего? Ну, глухотень. Так. Сережа, держись рядом со мной. Понял? Сережа! 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 Сереж, что с тобой? Там. Мертвый парашютист. Сердце музыку ту бережно хранит, тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. И пожелтевшее письмо осталось без ответа, так уж суждено, как будто эхо вдалеке. Мотив звучит несомый ветром налегке, тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны.
Так быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил. Три дня, три ночи я до той весны.